это только я могла чисто случайно полезть в интернет, поискать фото обложки игры по Роблоксу и найти новую онлайн-игру. Точнее, нет, она совсем не новая. Она очень даже не новая. Ей точно уже 2 года. И она даже... это не Steam. Я нашла ее, нашла официальный сайт англоязычный, зарегистрировалась на нем с 3-й попытки, хотя на самом деле там все легко, не пугайтесь, там это просто я немножечко не соображала, и сразу ее скачала. И вот, пожалуйста, сейчас я прям с вами показываю вам. Игрушка называется Horse Isle Infinity Wilds. Вообще она называется, вот везде она прописана как Horse Isle 3 Adventures. Ну, может быть, что-то, конечно, поменялось, но тем не менее. Здесь есть список серверов Live Alpha. Также здесь мы заходим по нашему логину и паролю, настройка видео и ссылочка на веб-сайт. Ну, я на всякий случай пока настройки трогать не буду, потому что вы сами видите, какая там графика. Так что сейчас я войду в свой аккаунт. И мы посмотрим, что это за игра. Если честно, мне прям очень интересно, что же тут будет. Потому что она очень похожа на Roblox. Но она очень странная. Тут куча всего. Она очень простая. Смотрите, тут даже зима. Может быть, я в зимнем биоме маленьком оказалась. Так. Секундочку. Я только что видела какое-то меню, в котором была музыка. Я не знаю просто, как мне описать свои эмоции. Буквально вот 5 минут прошло, как я нашла эту игрушку, зарегистрировалась и уже установила. Так, я хотела посмотреть. А, вот как раз, да-да-да. Help Global Area. Так, это чатики, 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 чатики. Но меня интересуют не чатики. Энергия, фокус, travel, да-да-да. Myself. О, боже, что мой, какие настройки! Крафт, шоп, путешествия, инвентарь, амуниция, препятствия, клуб, ранчо, лошади, игроки. Вот, настройки. Да, русского языка тут нет. Так, что такое? First login bonus, you have been given 10 essence. Так, getting started. Что тут такое? Hello, hello, hello. Beginner bird here. BB for short. She squawks very loudly. BB is there to help you learn about the game. BB help you learn the very basics first. Sound good? Короче, эта птичка нам будет а-ля помогать. I remember you from Horse Isle 2. You look different. То есть, смотрите, была еще вторая часть онлайна? Серьезно? Или это был офлайн? Неважно. Просто нажимаем yes. Good, good, good. У него привычка, видимо, 3 раза в начале фразы говорить. Добро пожаловать. Forward. А, это он про управление говорит. Так, 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 так. Ага. Брафк. Вот как издают птицы. Ребят, если вы видите попугайчика, вот как пишется, видимо, на английском его звук, который он издает. Брафк. Смешно. Так, Magical... Да, если что, меня в этой игре зовут Magic Dragon, потому что, скажем так, все мои стандартные ники, они не воспринимаются. Вы должны написать свой ник 2 разными словами. Невыдуманными, а то есть реально, вот магический дракон, там еще как-то. Такие ники, как Донали или мой запасной ник Гуришат, они не работают, он их не воспринимает как слова. Так, я ничего не поняла. Ну, ладно, will do. Pageant K. Ой, на букву Z эмоции. На букву X ничего. На C присесть. На V Spyglass. Spyglass это что? Я не знаю. Так, ну-ка. А, вот. Вы посмотрите на это. Так, а можно... А, подожди, подожди, подожди.
I'm off collectus. Я даже прочитать не успел. О боже, вы посмотрите на этого персонажа. А кстати, ничего так. Ничего так. Меня в принципе устраивает. Так, вот как только камеру вернуть. Наверное, вот так вот. Escape, menu to chart, myself, view, the... а как? А как себя настроить, или тут именно магазин надо? Это... Ага, это настройки. Escape case, да-да-да-да-да. Так. А, это тяжело, придется как-то разбираться. А, так, это, видимо, бесплатные лошади, которые доступны нам при начале. Ребят, вы посмотрите на эти модельки. Не, без обид, но мне кажется, это модельки лошадей чуть-чуть круче, чем в ССО. Я понимаю, что тут, конечно, сидят немножечко упоротые совушки на них, но все такое. В общем, да, я понимаю, что я в английском полный ноль. Мне придется сидеть здесь, наверное, с переводчиком. Так. А, вот, колесиком мыши можно двигать. А я же вроде бы бегала, нет? А... Но все равно... Вот я видела, кстати, локации получше. Ну, как бы пошире, чем здешние. И там как-то было бы интересно. Так, ну я же как-то бегала. А, может быть, не надо все это прожимкать? Escape, space, E, F. Что? Free party trip? Не, ребята, я только начала. Какие... Вечеринки? Что? Нет. Я еще не понимаю. Тут можно как-то сделать так, чтобы можно было только, ну, курсор мышки видеть? Посмотрите, тут пони есть. Да я же как-то бегала. X. Как бы сейчас случайно кого-то из этих понях к себе... в питомце не взять. Тут еще чьи-то домики, и я вот не понимаю, это как бы NPC-шные, или это кто игроки понастроили. Ну вообще, это ахалтикинец. Я прям уверена. Там еще лошади. Может быть, мне сюда надо было изначально бежать? Это ахалтикинец. Это... Какие? Ну, все, у меня разрыв чувств. А ты андалус, наверное? Нет, не андалус. Paint. Столько лошадей. Конечно, масти такие, ну, скажем так, кривые некоторые. Но некоторые вполне... Я просто бегаю и пока что смотрю на все это, потому что ничего не понимаю, ничего не разобралась. Хотя, может быть, там и серии примитивно надо что-то нажать, но мне без разницы. Я просто бегаю и смотрю. Ребята. Ой, ребята. Вы пишите в комментариях, также ставьте лайки, если хотите, чтобы я изучила эту игру и начала... ее снимать. Может быть, где-то просто на самом деле конюшни игроков, которые сейчас на сервере, я не знаю. И мы дойдем до того, что у нас появится своя лошадь, а у меня ее точно нет. Нет, смотрите, лошадей у нас нет. У нас нету ранчо, клубы, препятствия, инвентарь. Ой, тут как-то все. Да, тут надо, видимо, все как-то прописывать. Снежок можно делать, амуниция. Эссенс. Вот это желтенькое, это эссенс. Ой-ё. И что, мне, наверное, лассо надо? Или что? Escape. Range.
В общем, ребят, вы сами видите, сколько тут всего. Морские коньки, какие-то музыкальные инструменты, книги, пони-карт, хосок. Это серьезно? Можно все использовать? Какая-то Science Horse. Если это все можно использовать, я буду в большом шоке. Магазин. Магазин, какие-то шляпочки. Мембершип. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, ребята, тут мне надо прям садиться просто с переводчиком. Действительно. В общем, да, я думала, правда, обзорчик будет как-то повеселее, по, наверное, как сказать-то, углубленнее, что ли. Да, сюда я никуда зайти не могу. Но если вы хотите подробного изучения данной игры, то, конечно, флаг мне в руки, я ради вас это все изучу и сделаю. Так что, да, спасибо, что посмотрели это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Хотите ли вы увидеть в будущем, что это тут такое, что же все-таки там... А, как тут лошадь получать, как тут что вообще? И знаете, я буду наглой, я все-таки подойду и... А, кстати, вот, эссенции же летают. Я все-таки подойду к этому леопарду, потому что мне просто очень-очень любопытно. Это тигр! Это тайгер! А ты меня... А ты меня съешь? Что ты... Он смотрит на меня, меня это пугает, но он такой прикольненький. Но я, пожалуй, лучше отойду. Все, не смотри на меня, пожалуйста. Все, он вроде бы нейтральный такой. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. В общем, всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И пишите обязательно комментарии, если все-таки хотите подробного изучения этой игры.